Всем привет, меня зовут Алексей, и я продолжаю проходить игру Rise of Legends. Мы продолжаем наступление на силу вражин. Что, собственно, как обычно мы это делаем. В прошлой серии ничего особенного не произошло. Мы разобрались с саламандрами на этой карте. И, судя по всему, начинается настоящая заварушка, потому что все дороги ведут на героев вражеских. Так что не будем медлить и начнем с самого легкого. Ну, я не знаю, самый легкий он нет, но по преимуществу территории это самое низкое было. На этого я, к сожалению, не могу напасть. И, судя по всему, он нападет на мой город. Ну, все. Начинаем. Так. Это все равно. Выбирать героев. Выбираем нашу компашку. Хотя можно выбрать эту. Ари. Не. Ладно, пусть будет наша. Древний храм. Многие древние строения алинов были занесены песком, но некоторые все еще сопротивляются губительному действию времени. Случайно ползучие пески обнажили храм, давно считавшийся затерянным. Посмотрим, что тут за храм. Когда мы оказались в пустыне, какой-то джинн попытался заманить нас в ловушку. Это было возле развалин древнего храма. Ари говорит, эти храмы построены в местах, где проявляется громадная природная сила. Не знаю, что ему было нужно, но в любом случае надо отплатить ему за предательство. Ну, как-то все просто. Ну ладно, пойдем посмотрим, что тут есть. Так, ты сразу в танка. Или нет, не особо боевой. Так, отлично. Посмотрим, что у нас за задание. Два основных, одно дополнительное. Поимка Марвана. Марван, слуга темных алинов, намеревается прибегнуть к могуществу ближайшего храма. Его нужно остановить, пока он не стал слишком силен. При угрозе получения неизлечимых ран Марван отступит. Мы должны загнать его в угол, если хотим положить конец его вероломству. Окей, значит, дезертир да еще бегать будет. Не знаю, кто. Стопники, у нас на время. Хо-хо. Это будет интересно. Вперед. Никто и ничто меня не остановит. Так, у нас герои. Что у нас? Этот по области. Этот. Выпустите нас отсюда. Механизмы. А вот и дополнительные задания. А, что там, узники? Узники. Мы оказались не первыми, кто прибыл к этому храму. Марван уже справился с другими противниками и заключил их в стеклянные тюрьмы. 11 подкреплений. Ну вот, это будет наша армия. Что-то у нас опять подтормаживает. Печально. Печально. Так, ладно. Вперед. Осталось 10 пленников. Мне кажется, я их упустил. Нет, вроде. Карта тут небольшая, но, собственно, почему извилистая? Потому что здесь поворот. Да. Ладно, идем дальше. Время не ждет. Посмотрим, что готовит нам пустыня. Помогите! Да поможем, не беспокойтесь, мы уже близко. Давайте громить эти ледяные тюрьмы. О, ледяные стеклянные. Ты меня не остановишь. Не-не-не, тюрьму сперва. Ну ладно, сперва этих. Так, лучше помочь. Ой-ой-ой-ой. Так. Бомбани. Надеюсь, да, отлично. Не оставляйте нас в этой тюрьме.
А я туда пошел. А? В обход, что ли? Ну давай третьим героем тоже воспользуемся. Ага, вот сюда. Замечательно. Так, еще тут у нас пленники. Надо бы пошустрее все это делать, потому что я не дружу с заданиями на время. Так, давайте, давайте, быстрее, быстрее. Хотя это и 20 минут, которые... Не, уже 17, точнее. Все равно они пройдут достаточно быстро, я даже не замечу. Окей. Так, надо бы подлечиться. Замечательно. Идем дальше. Так. Это у нас перемирие и союзники. Так, у нас есть запасные планы. Так, простите. Мышка что-то глючит. Неудачно сегодня. Начало. Все. И тормозит, и глючит. Так, на секунду. Так, продолжаем. Какой раз? Фу, слава. Так, он вызвал на помощь еще кучу всяких злых тварей, включая паука. Стеклянного паука, да? Темный стеклянный паук. Но мы это знаем, что нас это не остановит. И когда это нас останавливало. Так что вперед. За победу. Все. Так, тут у нас разветвление, скорее всего, будут идти. Да не идут, вот он. Даже и не надейся победить. Ого, что тут. Так, у нас кто-то может сейчас прибануть. Нет. Тогда. У нас была же способность. А, да, вот она. Паучки, вперед. Хотя и наши справились, ну ладно. Так, а вот так получится? Блин, если мне как-то отказывают. Не, они не бьют. Ладно. Разнестите эти кристальные тюрьмы. Отлично. А, значит, меня не в тюрьмах считают, а в пленниках. Ну ладно, замечательно. Значит, у нас еще в подкреплениях 6. А, мне подлечиться не мешало. Так. Кого мне лечить-то? Ну пусть будет. Так. А, ну, попал. Ну ладно. Так, все, идем дальше. Судя по всему, в самом конце пути нас ждет. Ой, печалька-то какая. Вот, один отряд. Отправляйтесь сюда. А мы пойдем дальше. Потому что нам некогда уже возвращаться. Время поджимает. Отлично. Идем дальше. Так, вот здесь, походу, еще будет. Да, вот оно. Да, лучше сразу вот так. Не, не мешайте мне! Он использует силу храма, чтобы вызвать армию големов. Интересно. Я успею, если пошлю сюда куда армию? Давай, давай.
на это сможешь. Мне нельзя убивать его до того, как выполню миссию. Так, подкрепление. Давай пони себя. Ну. Сюда. Так, у нас как там дела? Дела-то фигово. Все пленники свободны. Так, получи. И... О, блин, я их подлечил. Ладно. Они думают, что дерутся на равных. Но не тут-то было. Мое подкрепление вернулось. Можно еще за этим-то послать, но пока не дойдут, я уже всех там перебью. М-да. Я взял, не только их вылечил, да еще усилил. Хорошо, что я послал. Так, вот она. Теперь вы не сделаете со мной ничего плохого. Ну, по крайней мере, пару секунд. Все скиллы на перезарядке. А, нет, смотри, я могу еще вот это сделать. Вперед, мои динамитные друзья. Бейте этого нечистого. О, и подмога пришла. Просто шикарно. Все? Замечательно. Это победа. И я выполнил все задания. Замечательно. Это было, в общем, нелегко, но... Ладно. Теперь он никому не причинит зла. Я не уверен, что я убил его. Обычно герои, а если есть куда тешь. Отступать, отступают. Нельзя терять время. Вау. Все повзорвалось. Так, возвращаемся на стратегическую карту. Опа, и вправду. Так, но проблема в том, что здесь... у меня столько нету. У меня только одно очко осталось. Так, ладно. Секундочку, я посмотрю, сколько времени записал. Так, мы, оказывается, карту прошли очень быстро. Я думал, хотя бы 20 минут, но будет. Ну, ладно. Так, значит, мы нападаем на следующего. Прежде посмотрим, что у нас в исследованиях. 4. Ну, раз я решил прокачивать стеклянный круг, будем прокачивать его. Так, и чуть герой, 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 герой. Нашу компашку прокачиваем нашу. Вот. Давай-ка возьмем вот это. На всякий случай, для сад пригодится. Одно очко для города я оставлю. И думаю, следующий у нас пострадает вот этот город. И я вынужден нападать на следующую, на следующего героя. Здесь у нас тупичок, можно было бы вот так обойти. Но, так как нас прижимают, приходится поворачивать не в ту сторону. В любом случае, в атаку. Так. Да? Опять выбираем героев. Так.
этого и вот этого. Генерал батальона Деструцио, моя любимая компашка. Возвращение товаров. Торговцы Винчи известны в пустыне Аринов. Многие из них заслужили славу людей, готовых рисковать всем ради выгоды. Но, возможно, один из них располагает сведениями, которые могут помочь нам. Смотрите, какие машинки на фоне. Судя по всему, что-то с торговыми караванами будет связано. Это главный торговый путь через пустыню. По дороге мы встретили конвой Винчи, груженный разными припасами. Купец попросил нас проводить конвой через этот опасный район. Ну что ж вы стоите, давайте здесь поможем. Здесь действительно очень опасно, поэтому мы проведем их по очереди, одного за другим. А все сразу-то нельзя? Быстрее было бы как-то. Или думаете, не справимся? Так, этот быстро в свою форму. Пожалуйста, помоги мне, если мои товары не попадут... Так, одно дополнительное, одно основное. Провести трех торговцев Винчи к флагу. Торговцы, везущие товары в Азархариф, путешествуют через этот регион. Их необходимо защитить, а груз должен быть доставлен. Торговцы Винчи не смогли адаптироваться к опасностям пустыни и получили навык исцеления. Смогли. Которым помогают им в путешествиях. При необходимости мы сможем использовать их способности, чтобы восстановить силы. Дорога — это, возможно, лучший для нас вариант. Путь дольше, но менее опасен, чем переход напрямую через пустыню. Рынок, я буду разорен. Я тебе щедро заплачу. Да никто не ищет легких путей. Едем напрямую. Джина выделил? Ага, выделил. Вперед! Нам надо провести трех, значит, мы сюда вернемся и успеем посмотреть, что у нас на этой дороге. Здесь очень узкая дорожка и чувствую... Да-да-да-да-да! Как неудачно-то! А, кстати, что у нас за герой этот четвертый? Ха! У него лечение и взрывной удар, как у его главного героя, подкупить. Ну, короче, смесь нескольких героев. И эта тележка, судя по всему, мне еще здоровье восстанавливает. Еще буря через 13 минут. Эй, генералишка, ты что так тупишь-то? Давай, иди. Ты мне поможешь, если что. Так, а вот теперь ты мне как раз поможешь. Давай, Джина. Не можешь? Ну что ж такое-то? Давай этого. Зря это делал. Хотя нет, смотри, они восстановились. Еще у нас есть предательство. Так, что у нас за дополнительное? Возвращение товаров. Провести трех... Подожди-ка. Возвращение товаров. Да. Вернуть потерянные торговцам товаром. Некоторые товары торговцев Винчи были украдены и припрятаны в пустыне. Торговцы обещали нас наградить, если мы сможем отыскать их и вернуть. Мои товары! Вот мне они, значит. Ну, вперед. Так, звуковой удар. Ой, звуковой. Как он называется-то? Фронт звуковой. Ну, пока я туда дойду... Вот так будет легче. Так, наши тут все. Идем сюда. А ты, Джин. Ура! Мы в безопасности, слушай. Я тут кое-что приберегал на черный день. Здесь таких не найдешь.
Ну, собственно, мы выполнили дополнительное задание, так что надо... надо. Так, машинка. Тут, да? Ехай сразу в точку изучения. Время у нас поджимает, но исследовать нам больше особо не осталось. Так что мы быренько тебя довезем. А Джин где? Африт, точнее. Мне легче его Джином называть. Ну, похож он на Джина. Спасибо, ты доставил первый груз в целости и сохранности. Смотри, я распаковал несколько механических воинов, они тебе помогут. Да, было бы неплохо. Теперь давай вернемся назад. Скоро должна подойти еще одна партия товара. Окей, возвращаемся. Ладно, пусть Джин будет тут, Африт. Но не могу я его выделить. Вот еще один груз. Пожалуйста, проследи, чтобы он был доставлен в безопасное место в целости и сохранности. Пусть он как раз-таки летает к карту и исследует. Машинку не трогайте, главное. Да. Машинка едет, да? Отлично. Так, подкрепление. Вы давайте идите к точке извлечения. Будете прикрывать машиночку нашу. Можно, собственно, везде разместить войска с такой их длиной-то. И тупо не пускать их, вражину. Или даже включить перемирие. Теперь давай вернемся назад. Скоро должна подойти еще одна партия товара. Так, а Джина мы оставим тогда у этой стороны. Мне бы самому подлечиться не мешало бы. Так. Вот еще один груз. Пожалуйста, проследи, чтобы он был доставлен в безопасное место в целости и сохранности. Да не вопрос. Последний груз. Отлично. Так, вы у нас будете прикрывать с этой стороны. Вы с этой. И все, по идее, должно быть замечательно. А, идешь. Все тип-топ. Ага. Все, значит, хорошо сработало. Одна группа прикрывает тут, другая тут. А тут вообще ничего не было в последний раз. Ну, надеюсь, не будет. Да, караван их, правда, стреляет. Ну, замечательно, но... Зачем его оставлять около наших войск, если можно это провернуть... менее безболезненно для него. Потому что... И я полагаю, если он помрет... Хотя, может, и нет. Если Марка помрет, я проиграю. Все? Замечательно. Даже удивительно. Но героя в этом задании не было, значит, он отступит. Значит, мне придется либо за ним гнаться, либо что-то еще делать. Конвой идет дальше своей дорогой. Эти товары очень пригодятся жителям Азар-Харифа. Да, мы сама добродетель. Хотя нами движет и месть. Отлично, мы сегодня в ударе. О, ну ладно. Тогда мне ничего не остается. Мне не хватит на постройку.
Ладно, придется возвращаться. Ну, делать нечего. Если я нападу сюда, он сделает ход туда. Мне придется тратить еще один ход, чтобы догнать его. А если я сейчас сделаю ход сюда, он захватит, и следующим ходом я его как раз уничтожу. Построить я не смогу. Под осадой требует 5. Печально, печально. Но мы отрезали одну из столиц почти. И у них остался всего лишь один герой, который перемещается. Тхебен, темный Алин. Сейчас посмотрим, что у нас с войсками. Вот. Давайте возьмем голема. Всегда хотел себе огромного голема. Хотя можно было еще осадную пушку, ну ладно. О, у нас появился... А, да, он же там был. Ладно. И еще очки появились. Давайте это мы изучим. Одна случайно выбранная характеристика десута улучшается. Позволяет выбрать между наземной атакой, воздушной атакой, атакой против здания и здоровья. Окей, я не понял, ну ладно. На деле посмотрим, как это будет выглядеть. И все. Ладно. Спасти наш город мы не сможем. К сожалению. Но. Здесь вообще построек нету. Кошмар. Так, и переходим сюда. Да. Значит, мне заход это не засчитали. Интересно. Тогда мне ничто не мешает спасти нашу зону, локацию, и нанести ответный удар этому темному Алину. Сверкающая пустыня в атаку. Летняя жара. Да, жара летняя, да еще в пустыне. Это будет что-то жуткое. Город джинов указан на многих картах, но лишь немногим удавалось его отыскать или вернуться из поисков. Мы пытаемся узнать, почему. Такой лысик. Окей, окей. Мы готовы. Но так как мы не выбирали героев, это обещает быть скучным. В дюнах замечены враги. Мне больше нравятся миссии, их которые легко уничтожить. Проходятся. Ну, не легко проходятся, а которые с героями можно побегать. Не заморачиваясь строительством. Так, посмотрим наше задание. У нас одно единственное задание. Все вражеские города захватить. Я, знаете, попробую сделать так. Сейчас сохранюсь. И всеми своими силами сразу нападу. На их главный город. Да, без осадной техники будет трудновато. Но... Надеюсь, это... сможет как-то окупиться. Я, конечно, не уверен, но надо остановиться где-то около их границы, чтобы войска подтянулись, потому что они как-то уж очень разошлись. Все бонусы у меня не активны. Вот она граница. Тут останавливайтесь. Сейчас вот эти подойдут еще.
И мы нападаем. Сразу можно использовать все способности. А кстати, у моего голема есть у вас? Блин, голем. Нет, у голема нет способности. Надо уничтожать башню. Да, это была плохая идея. Но хотя бы что-то я успею сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Судя по всему, мне придется сбежаться уже. Так. Сколько у нас призыв героя стоит? 250, 250. Да, у меня столько желтых нет, к сожалению. Если бы у меня был хотя бы батальон, я бы смог что-то сделать. Так все печально, конечно. Хотя, ребятки. Как удачно у меня скиллы появились. Город не захватывайся. К сожалению, нет. Да и они, походу, этот город схватили. Да. Город я уничтожил, но вот. Ладно, останавливаюсь запись и начинаю с того момента, когда я наберу сил, раз это построю все, что мне нужно. Так что встретимся через секунду. И я возвращаюсь. Я немножко подкопил войск и нечаянно нажал на призвать подкрепление, когда начал запись. Я особо не развивался, так что в этот раз я вкачан не до максимума, но думаю, нам хватит того, что есть. Я призвал моего батальона замечательного и отхватил у противника город лишний. Так что мы его накроем с двух сторон. Сразу. У нас прибывало несколько подкреплений своих, поэтому за счет этого я выжил. Но, как видите, у меня уже начали
и на мой город наступать, потому что когда я захватывал этот город, они уже взяли его. Так, вам придется немножко подождать, потому что нас задержали под поддержку. Но нет, все, уже все в порядке. Так, у нас максимум поднялся. Давайте наймем еще последних двух работничков. Как они там называются? Дух рудокоп. И нападем на первый город. Я бы напал сразу на главный, но так будет лучше. Вперед. Ой-ой-ой, мы самую главную машину забыли где-то. А, нет, самая главная машина здесь. Этот сюда. А этот сюда. Собственно, мы оставим... Так. Это мы оставим на потом. Главное нам довести мою дорогую пушечку до здания. Собственно, пусть будет вот так, а пушка давай на город. Хотя, по-моему, нам даже своих сил хватает, чтобы вынести этих иродов. Да. Тогда мы нападаем сюда. Пушка, ты займешься башней. А батальон... Блин, батальон. Что ж ты не выделяешься-то? Палишь вот сюда. Последний вражеский город повержен. Мы победили. Победа. Отлично. Возвращаемся на стратегическую карту и смотрим, что у нас вышло. Да, мы победили третьего героя. Печаль-печаль. Но он у нас далеко. И нам все равно сюда надо идти. Так. Сейчас мы распределим, что у нас осталось. 2 очка. К сожалению, мы их никуда не можем вложить. Герои. Давайте-ка вот сюда. И города, города, города. С городами проблема. 2, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Думаю, сперва лучше... О, здесь ноль вообще. Тогда сюда ставим военный. И, собственно, мы уже не можем поставить, потому что у нас нема очков. Очки нам дают, по-моему, да, торговые. А торговых у нас здесь плохо, маловато, к сожалению. Ну, ладно. Думаю, я на этом закончу. Всем спасибо за просмотры. До свидания и удачи!